Улица Кутузова – это одна из самых красивых улиц города Калининграда, поскольку здесь много таких двухэтажных и трехэтажных частных домиков немецких еще. Частично они уже переделаны под наши, так сказать, современные стандарты. Сейчас я нахожусь в конце ее, этой улицы. Основная масса домов сейчас вот в той части сконцентрирована, но мне, к сожалению, дорога не туда моя идет. Вот мы сейчас пройдем в сторону кинотеатра Победы, который сейчас уже не кинотеатр Победы, а магазин «Моя семья». Это опять возвращаясь к разговору о переименовании наших кинотеатров. Вот, если, так сказать, подвести итог, я уже несколько раз подводил, значит, можно сказать, в общем, так. Кинотеатр «Россия» реконструирован, изничтожен и превращен в часть торгово-развлекательного комплекса «Европа» на площади. Кинотеатр «Родина» переименован в «Киноленд». Кинотеатр «Баррикады» уничтожен вообще, там строительные объекты новые. Кинотеатр «Ленинград» переоборудован в детскую музыкальную школу. Кинотеатр «Октябрь» переделан в Дом искусств. Кинотеатр «Родина», соответственно, все закрыт, переделан магазин «Моя семья». Сейчас мы к нему будем подходить. Остался у нас, наверное, один кинотеатр «Заря» на проспекте Мира, но он, там эта надпись такая маленькая, что ее практически незаметно. Зато огромными буквами написаны какие-то иностранные надписи. Даже не разберешь, что там в настоящий момент написано. Ну, эти иностранные названия, они не всегда отражают суть того, что нам находится, ну, то это название. Сейчас я подхожу к тому месту, где заканчивается улица Кутузова, и она как бы смыкается с проспектом Победы. Вот подходим к тому, что сейчас расположено на месте бывшего кинотеатра Победы. Вот все это было расположено в старом немецком здании. Вот это здание где-то частично разрушили, вот сделали новые кирпичи, бухарт какой-то. Узбекская кухня, бухарт, лаунж-кафе. Ну да, вот здесь вот находился кинотеатр Победа. Вот, ну у меня, слава богу, фотографии остались. Самого кинотеатра Победы еще. Вот. Проспект Победы, дом 40. Магазин «Семья». Я понимаю, может, большую социальную значимость, какую-то экономическую значимость самого магазина, если там недорогие товары для жителей. Вот. Тем не менее, факт остается фактом. Кинотеатр с хорошим названием «Победа» был, по сути, уничтожен. Вот он такой сейчас стал. Магазин «Семья». Туда спускается улица
Это вагоностроительная улица. Она идет туда к вагонзаводу и к станции, на которой останавливаются дизеля, которые идут до Балтийска. Калининград юго-западный. Вот, ну это проспект Победы, он дальше туда уходит. В сторону Балтийска. Ну, если брать генеральный курс. Ну вот. Примерно такой местный пейзаж. Это бывший Октябрьский район. Ну, может, он до сих пор остался Октябрьским. Я уже, честно говоря, даже начинаю путаться, какой район остался, какой нет. Вроде как Октябрьский район слился с центральным.